Во время вертолетного облета обратила на себя внимание Витязевская коса. Она замусорена так, что невозможно даже вслух произнести, что это наши золотые пески. В этот же день за подписью главы города отправлено письмо на военную прокуратуру по поводу бездействия военного гарнизона, в чьем ведении находится бесценное природное достояние. Удивило грязными лесополосами Джигинка. На хуторе Утаж заброшенная пейнтбольная площадка. Здесь, похоже, никто и не собирался выходить на субботник. До лета-то еще далеко. Но Сергей Сергеев потребовал в этот же день навести порядок там, где явные грязь и беспорядок. Коснулось это и Приморского сельского округа, где между Нижней Гастагайкой и Красным Курганом лесополосы, словно дикие заброшенные заросли. До вечера в обозначенных местах и населенных пунктах были проведены работы по благоустройству. Так что к субботе здесь уже царили порядок и чистота. А ведь все это можно было сделать и раньше. Ведь видят все это те, кто живет здесь рядом.